С его приколов, это значит просто, что они смешные, а не я угораю с него как с личности. Блять, это вообще пиздец. У него каждое слово, блядь, это цитата, понимаете? Типа, ну, я его обожаю. То есть, ну, знаете, типа, это мне, если бы дали, с кем сфоткаться, блядь, с Месси, нахуй, или с Папичем, я бы, конечно, выбрал бы Папича, блядь. Кто вообще, блядь, хочет сфотку с Месси, блядь? Это вообще какой-то бред, блядь. Привет, бать, когда в КС возвращаешься? Надеюсь, после турика. Ребят, в КС я возвращаюсь играть, когда я буду весить меньше 80 килограмм. На данный момент мой рекорд составляет... Недавно был 82,3, сейчас 81,8. Мне осталось скинуть 1,8 килограмм. Я тогда начну играть в игры. Потому что на данный момент... I'm so fed. Мне уже вот пишут... Думаю, фотку с Папичем сможем сделать, а пару смешных стримера сложно. Да я понимаю, ну ладно, я по поводу фотки, если что, это так. Но, бля, вот что-то бы сделать такое, ну, блядь, подкаст, я не знаю, ну что угодно, просто. Я готов даже заплатить, ну, интересно, какую он сумму скажет. Я запущу на Кики, блядь. Просто я не знаю, ну хайп, если ко мне придет Папич на стрим. Ну это пи***й хайп. Ну, конечно, это не Моргенштерн с Мелстроем. Хотя я, в принципе, я думаю, могу найти тех людей и организовать. За первые 8 минут 500 тысяч. Ну, есть, приколы есть свои. Дело в том, что многие будут шутить на тему фриков по типу строгой Гуакамоль Папичу будет... Братан, когда я скажу, что рассмеши стримера с Папичем, всем будет вообще на фриков, вы понимаете? Шутить будут на... В одну сторону, в сторону Папича, блядь. Все, забей, там кто на этом стриме вообще будет. Мне можно не приходить даже на этот стрим. Все, там, блядь, там Папич и типа, и дальше все дерьмо, типа, вместе со мной. Просто это именно личность такая вот, вот просто не раскрытая. Так, через сколько у нас игра? 11 минут. Он гречку оплатой берет. Да, пацаны, он, за один вздох может столько гречки купить, блядь. Да-да, про Зубарева так же было. Так про Зубарева и так. Вы чё, рофлите? Саня, у меня много ребят есть, которые пиздатые. Ну, типа, это факт, это супер пиздатые личности. Вот, например, я считаю еще ебануто пиздатой личностью Костю. Плохой парень, это пи***тишая личность, просто пи***тишая, да, у него там есть свои проблемы, например, с моралью, с чем-то еще, но это ебанута креативная, просто, сука, бешеная какая-то личность, которая супер интересная в любом случае. Да просто, ну, ребят, ну это мое мнение, типа, я вот так считаю, что Костя охуенный именно в этом плане. Так, ща. Как помню, это, как он у меня нашел на караоке пел, блядь, просто максимально странно, блядь, и это было ебануто мемно, блядь, без конкурса тиктоков, без ничего, блядь. Там каждый тикток был, в как он пел песню Моргенштерна. Хотя так, ну, нелепо спеть, попробуй еще, ну, то есть, типа, ты будешь петь, все будут казаться кринж, и просто, ну, все будут испытывать, блядь, стыд на... Так ты Зуба позвал на нашем стриме, по итогу никто не хуй купал. Ну, я там немножко неправильно просто сделал. Я там сам ошибся. Тут бы я уже правильно сделал, целенаправленно. Чуваки, не нужно сравнивать, понимаете? Ну, не нужно сравнивать. Типа, в любом случае, стримеры... Ну, это же не как на видос. Ты на видос можешь переснять, ты можешь на видос отредактировать. Ты не смешные моменты можешь заменить, сделать монтажом смешнее момент, понимаешь? На стриме ты не можешь сделать этого, ты не можешь.